30 ноября и 1 декабря во Дворце спорта «Чебоксары-Арена» пройдет 6-й открытый Кубок России по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чувашии. Соревнования будут идти 2 дня. В них принимают участие более 100 спортсменок. Интересы Чувашии представляют 7. В пятницу и субботу с 10 часов начнутся предварительные и полуфинальные поединки. В этом году конкуренцию россиянкам составят спортсменки из Белоруссии и Монголии. В составе команды Белоруссии на ковер выйдут серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Мария Мамашук и чемпионка Европы 2013 Ирина Курочкина. За сборную Монголии выступит чемпионка мира 2014 года Церин Чемпионов. Мед Сухея. Разбавит спортивные состязания выступления группы «Хай-Фай». Новой интересной традицией проведения открытого Кубка России становится вручение победителям специального приза – матрешки с изображением женщин-борцов. Прямая трансляция финальных поединков на национальном телевидении Чувашии начнется в субботу, 1 декабря, с 17 часов.